причем здесь восьмерка, если мы попросили сразу. У тебя такой BIOS? Secure boot, безопасная это самая загрузка, у тебя поставлена disabled? У меня, по-моему, в security есть только вот эти три пункта администратора, паспорт, которые не разрешены, и потом... Должно стоять disabled. Вообще, по-моему, я его даже не видел. По крайней мере, в... То есть опцию secure boot отключить, поставить ее на disabled. Ну, у EFI ты это самое сделал USB boot enabled, это тут все понятно. В Legacy Support. Legacy First. Так, вот похоже, это то, что тебе нужно. Настройки, по крайней мере, BIOS. Поэтому давай-ка, поскольку именно эта штучка относится к твоему компьютеру. Давай посмотрим, как это дело называется. И к тебе вишенку это завести надо. Значит, ты посмотрел. Зайти не в boot, а зайти в секцию security. Зайти в secure boot и выставить там disabled. Не знаю, я это понял. Просто я у себя в версии, я даже не помню, чтобы у меня было именно security, это secure boot. У меня там, по-моему, просто вот эти три... Ну, по крайней мере, ну, проверишь, я-то, так сказать, это не самое. Не, да. Значит, в самом буте, значит, у тебя Legacy Support выставлено. Это Legacy Support и Legacy Store. Дальше. Legacy First. Это где он сделал? В UEFI First. А он пишет, что Legacy First было. Ну, сохраняет изменения и выходит. Теперь boot menu. Boot setup, boot menu, boot manager. Ты в boot manager уже настроишь порядок загрузки. Флешка должна быть как USB HDD. Ну, значит, у тебя единственное, что выставить в настройках, это Secure Boot, сделать его, это самое, отключить. Так. Ну, давай посмотрим, что тут у нас творится с вишенкой. А, и как бы он там еще и два раза подряд бы не вставил. Ну, тебе до лампочки, тебе, в принципе, информацию мы нарыли. Так, сейчас ты перезагружаешься, пробуешь отключить этот Secure Boot. Еще раз после этого, значит, там нажимаешь F10 сохранить изменения, еще раз перезагружаешься. И мне в любом случае перезваниваешь и сообщаешь о результатах. Хорошо? Да, да, без проблем. Давай. Заходим. Сверни окошечко скайпа. Так. У тебя запоминает последнее место, где мы были? Нет, да? А вот, все нормально. То есть, значит, вот этого... Вот это меню, нет меню именно в security.
нету именно... Вот, вот этой security нет, да? Нет, именно эта security есть, но уже в самой security нету выбора, будет... Вот, Secure Boot отсутствует, да? Да, вот у меня последняя это есть, это сайт администратор паспорт, сайт администратор. А Secure Boot графайт полностью отсутствует. Это значит. И так включить ее или где-то еще я не нашел. Понятно. Ну, скорее всего, значит, просто у вас более, скажем так, старенькая версия. Тем не менее, значит, в самом буте вот эти графы у вас сделаны нормально. То есть USB, значит, enabled и EFI enabled. Legacy support. Так, дальше тут он, значит, кто там еще писал? В Legacy First. Да, люди там, и там, где вот здесь написано OS Optimizer Default, я выбрал другая OS. Там на выбор же... Да, другая операционная система, все правильно. Загрузочное меню у меня идет диск, дисковод, потом жесткий, и потом уже вот это не будет. А вот видишь как, выключает ноутбук и нажимает на кнопку Recovery, то есть не на F2, не на вход в BIOS. Да, вот именно на нее я нажимаю, да, вот Recovery. И ты в Boot Manager попал? Да, вот это он. И в нем ты в загрузке выставил порядок загрузки, сначала, допустим, флешка, потом жесткий диск. Да, все верно. А, ну если ты все это дело сделал, тогда, как говорится, тут и проблем нет. То есть у тебя сейчас практически... Нет. Вот это рекурсия, у меня стоит у меня первичная загрузка. Загрузка тоже жесткий диск, а не флешка. Вот в нем тоже стоит жесткий диск. Я имею в виду, что я заходил и там уже выполнял, как там как не было угодно. Флешка и жесткий диск. Ну, обычно я тебе скажу, что по опыту выставляют загрузку с флешки. Потому что если флешка не вставлена, то он автоматически вторым по списке идет жесткий диск. Но зато не надо головной боли вспоминать, какую клавишу нажимать, когда стартуешь с флешки. Там это, у некоторых это F12, у кого-то там F11, у кого-то F10 и так далее. Вот. Просто он сразу берет, если флешка загрузочная, так он с нее стартует. Вот и все. Ну, по крайней мере, Юра, для тебя, в конце концов, проблема-то решена. То есть BIOS у тебя сейчас настроен, не надо там никаких танцев с бубнами, ты спокойно, значит, включаешь, выключаешь компьютер. Когда включаешь, значит, у тебя идет нормальный старт жесткого диска. Да. Ну что и требовалось, как говорится, это самое доказать. Ну ладно, ну что, я тебе желаю всяческих успехов. Вот. Давай, значит, это самое, удачи тебе. А я там сделаю ролик для пользователей, покажу наше мытарство маленькие с этим биосом. Не против? Да нет, не против. Ну ладно, ну давай, счастливо. До свидания.